На пересечении улиц Клинической и Чернореченской продолжается строительство круглогодичного модульного физкультурно-спортивного комплекса. Это будет многофункциональная площадка со спортивным залом площадью 1000 квадратных метров. Здесь можно будет проводить командные спортивные состязания и тренировки. Площадка подойдет для разных популярных массовых видов спорта – баскетбол, футбол и единоборство. Строительство такого многофункционального спортивного центра стало возможным благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». Самарская область стала одним из 5 регионов страны, где реализуется пилотный проект по строительству таких спортплощадок. Замечательный проект с большим универсальным спортивным залом, где можно будет заниматься разными видами спорта, начиная от футбола и заканчивая единоборствами, потому что поэтому называется универсальный спортивный зал. И, конечно же, он будет круглогодичный. Здесь у нас достаточно большое игровое поле, универсальное поле 24x48. За мной это модуль административно-бытового комплекса, где будут и раздевалки, и душевые, и кабинет медперсонала. То есть это современный спортивный зал, оснащенный по последнему слову техники. Глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание на месте возведения будущего спортивного объекта. Представители профильных департаментов и подрядной организации отчитались о ходе строительства и обсудили рабочие вопросы. К обустройству модульного спортивного комплекса приступили в мае этого года. На сегодняшний день полностью оборудовано основание, смонтирован каркас из металлоконструкций. Подрядчик приступил к покраске каркаса и монтажу купольного покрытия из утепленных сэндвич-панелей. Осталось поставить утеплитель, выполнить отделку, собрать все помещения. То есть здесь полностью готовый модуль собирается. Мы являемся заказчиками части данной конструкции. Изготавливали основание фундамента, на котором в настоящий момент Минспорт монтирует каркас модульного входа. Предстоит еще выполнить нашему подрядчику работу по благоустройству. Комплекс будет доступен не только для профессиональных спортсменов, но и для жителей района. Самарцы ждут с нетерпением появления нового спортивного объекта. Надеюсь, что будет больше народу к спорту привлечено. Будет объект спортивный, людям будет, детям чем заняться. Здорово, что здесь что-то строится полезное. Я считаю, что спортивные комплексы всегда нужны. То есть молодежь должна приобщаться к спорту, здоровому образу жизни. Популяризация массового спорта и подготовка качественного спортивного резерва – одно из приоритетных направлений в деятельности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Строительство современной безопасной спортивной инфраструктуры, ее доступность и открытость для широкого круга лиц – в основе формирования здорового и спортивного образа жизни жителей Самарской области. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.